Гуляю ночью и думаю о посыле любви. Что-то последние дни какие-то такие были не очень веселые, радостные, какие-то скучные. И вот я подумал о том, что надо бы попробовать вернуться к посылу любви и стал говорить, пускай я сейчас ничего не буду делать, и пускай сейчас настоящая любовь принятия льется в меня, скажем. А еще, пускай я сейчас ничего не буду делать, а настоящая любовь принятия. Ой, пускай сейчас льется в мое здоровье. Ну, вот стал так говорить, задумываться. И мне нравится это. И ну, и вот снова обращаю внимание, что вот это вот ощущение, начинаю зевать, то есть пробирает меня в те мгновения, когда направляю внимание на идею любви, когда осознан, когда задумываюсь как бы всерьез о том, чего я хочу, чего бы мне хотелось сейчас.